January, because I'm in love. It always is spring in my heart with you in my arms. The snow is just white blossoms that fall from above. And here is the reason, my dear, your magical charms. The night is cold, the trees are bare, but I can feel the scent of roses in the air. It's June in January, because I'm in love. I'm really in love. But only because I'm in love with you. So in love, so in love. So in love, so in love. And I can feel the scent of roses in the air. It's June in January, because I'm in love. But only because I'm in love with you. It's June in January, 'cause I'm in love with you. Зовут меня Станислав. Приехал я из Норильска. Этим я никогда не занимался. Это новое занятие. Не только для меня, для города там. С помощью аэрографии можно создавать просто вещи, которые оставляют в себе незабываемые впечатления. Не только машины, мотоциклы, шлемы, а вот, ну, буки, интерьеры, потолки. Мне нравится то, что если у меня что-то не получается, мне всегда помогут и подскажут. Зовут меня Светлана, из города Москвы. Изначально навыков аэрографом не было вообще. Я только здесь познакомилась с аэрографом и увидела, можно сказать, и потрогала его впервые. Вот. А рисование, в принципе, было как бы, ну, только для себя, на таком уровне. Никакой профессиональной, ничего. Что лучше пойти к самому художнику, который давно в аэрографе. То есть я очень много прочитала информации про него. То, что он давно этим занимается, и в школе уже 10 лет. Про остальные школы, художников там мало было, кто еще, у кого школы были. Информации очень мало, и не было такого форума, такого вот общения, как у Бориса Борисовича у нас. Научиться вообще пользоваться этим инструментом, как он работает, принцип работы, то есть как вот это все получается потом, такое реальное, так, ну, как бы, красками я могу понять, что да, это возможно, там ты чувствуешь это, а тут думала инструментом, как это. И получается, ну, как бы понятно, что теперь понятно, что это получается гораздо быстрее и эффективнее, чем красками, и получается как фотография. Ты выбираешь, во-первых, работу, которая тебе интересна. Вот. И Борис Борисович сам подсказывает, что, ну, какие работы лучше попробовать. Он уже по первой работе, первая у всех, я так понимаю, стандартная, самая основная, которую вообще, конечно, хочется еще повторить. Вот. Но потом он по этой работе уже понимает недостатки в работе человека именно. И уже советует остальные работы он уже на этом основывает. Кому-то, если я это умею, я это понимаю, зачем мне это рисовать? То есть это я смогу сделать потом уже. Все, каждый день запоминается, и все, не знаю, буду очень скучать. Меня зовут Евгения, Москва. Когда я пришла,
Я рисовала, но я рисовала непрофессионально, нигде не обучалась, не заканчивала художественную школу. И это мое хобби, такое личное увлечение просто. Я рисовала на холстах красками, пробовала рисовать аэрографом, именно пробовала, что в принципе не дало мне никакого положительного результата, пришлось переучиваться, потому что очень сложно было обучение рисовать. Самый главный фактор, наверное, то, что здесь именно индивидуальные занятия. Индивидуальные, непосредственно с каждым учеником подход. Каждому ученику свой какой-то особенный. То есть получаешь именно то, что тебе надо. Здесь. Так как вот, например, у меня это не профессиональное занятие, но я уже об этом задумывалась, чтобы действительно профессионально заниматься фотографией. Задачи стояли просто правильно научиться рисовать. Так как я пробовала сама, я поняла, что без профессионала, без обучения самому это все-таки не добиться. Это сложно. И поэтому я пришла с конкретными целями узнать, как сделать так, чтобы максимально эффективно. Просто приятно, потому что индивидуальные занятия не бывают разные. Многие пишут, что занятия индивидуальные. Здесь ты действительно получаешь то, что хочешь. То есть на тебя смотрят как на человека, у которого свои особенности, свои способности. И не обязательно тебя подгонять по какой-то шаблон. То, что ты хочешь, ты это получишь. И если ты как-то по-своему смотришь, там, как художник или как творческая личность на какие-то вещи, тебе помогут найти свой стиль рисования. Тебя не будут подгонять туда, чтобы ты была как все. И манера тоже рисования, она разная, у всех разная. Кто-то смелый, кто-то не смелый. Ну, да. И вот здесь помогает именно найти себя вот в этом, потому что это же очень... большая такая сфера деятельности, аэрографии. И не просто раз вот, да, и прийти и нарисовать какие-то шаблоны. Самое интересное запоминающееся, когда Борис Борисович брал нас с собой на занятия. То есть у нас были выездные занятия, когда он делал рисунки, а мы ему помогали. Ну, это просто вот была атмосфера. То есть где вот непосредственно мы прям в работе участвовали, где мы не учились в школе за своими партами, а участвовали в общем каком-то деле большом. Это было самое запоминающее. То есть мы приходим, мы хотим что-то делать, мы хотим как-то, а как дальше, а я научусь, а смогу ли я в этом работать. И здесь вот сразу все показано, вот, ребята, будет вот так, смотрите. Потому что я очень долго выбирала какие-то разные курсы, посмотрела много вариантов, и к этому подошла довольно-таки щепетильно. И, пожалуй, это единственная школа, которая устроила меня по всем пунктам. Покажу маленький эпизод, покажу, как рисовать облака. Ну, дело в том, что сейчас... Сашу про мастер-классы. Как вот, которые мы проводим, нужны ли они? Обязательно, посещать? Обязательно нужны и потрясающе устроены. Опять же, максимальное какое-то количество людей, с которыми ты знакомишься, которые в этой... сфере, в этой области, ты понимаешь, что много, что это интересно, что это целое общество. И, во-первых, весело, во-вторых, это очень приятно, хорошо организовано. Но вот задача основной мы ставили мастер-класса, да. Это вдохновить, побудить к действию. Безусловно. Это вдохновляет? Первым делом, это вдохновляет, конечно. То есть вот, чтобы пообщаться, и вот все, да, все, вот, да. Зарядился энергией, тоже, и я да, пойду это и делать. Я буду, я приду. То есть уверенность да. прибавляет вот, конечно, общение? Конечно, конечно. Когда ты понимаешь, что не просто смотришь на чьи-то работы, какие все молодцы, а вот смогу ли я так, а смотришь на живых людей, которые при тебе это делают, показывают, что все это реально, и вот мы только что прошли так же, как и ты, эту школу, это очень даже приободряет и вдохновляет.